Если наверху эмульсия вроде стоял. Еще суман. Не, ты со мной трешивать будешь? Дайте крест по шаману. Забираю петрел. Забирай. Забирай.
Истребление. Хауспейн дашь на истребление гимна ХП? Забирай. Ловушка. Забираем. Вы бежите ДК, грипните его. Есть ДКшки? Да уже поздно. Да, уже сожрал. У нас ДК. Забирай. 2 секунды. Доза дагил. На МП? Вода. Да. Часы на ХП тогда откину гимн. Забирай. Надо поднять танка. Сейчас упадет. Это Таргарю, приведи его сюда, этого дальнего. Да, блять, этого не надо было. Стойте, 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 не бегите. Похоже, бейте его. Надо было чисто того, который проходит, стоит и все, и прошли его. Это пиздарю отдай. А, его нет. Слишком поздно. Честно, ну вы на приколе, ребята, нахуй. Вы видите, сбоку идет сукомоп. Вы нахуй не можете подождать или что, нахуй? Ебать, я сейчас сгорю, нахуй, просто. Бля, Макс заставляет тебя, блядь, нажраться, да, нахуй? Да, нахуй. Такое чувство, как будто, нахуй, слепые, глухие и немые, нахуй, еще играют. Видишь, что моп идет, нахуй, все равно бежит, сука, напрямую. Чайки ровно. Мы по этому по ролу чисто весь инстаграм или как? Чего ты не ошибаешься? Я один хуй не вижу, сколько там ЕП, ГП, хуй ЕП там я.
Ты забрал. Мы сегодня до конца не пронесем же, я думаю. Ты просто потом залей свой этот ЕПГП, чтобы я видел, блядь. Что я не вижу через свой аду. Вся приворот. Ну ты, короче, уже как токен сроли, уже перед миром. Да. Мирский просто не вижу. Мы как-то травили его, наверное, недели 4 на офе. Да. Поэтому этот пост мне бесит. Плюс-минус. Там есть время прибежать.
А что там у вас, Иван? Чего я не смотрю? КБРФ там нет у вас? Этот, РДД, стопните. Сталагу стопните, ДПС. Там подымут шамана. Либо я ему тогда ты там потом. Топните по сталагму, все добивать. Там сейчас у этого откатит, у Лохлима откатит, будет что-то подымет. Там этот инер залейте сразу, одному и второму шаману. Могу им дать. Когда увидели, что кастует смежную полярность, и предельно внимательны будьте. Вот, сдвиг полярности. Это пиздец, тоже можно вставать. Сука, я с минусом убежал на плюс, блядь, и никого не убиваю. Что за хуйня? Стопните вы хил, блядь, ёбаный в рот. Ну, кто-то в паучий побежал.
Могу, кстати, объяснить, почему здесь нужно бегать на самом деле по кругу, а не напрямую. Нет, здесь можно напрямую. Можно напрямую. Почему делали по кругу на Офи, а все равно на тот момент был пинг, и из-за этого люди, когда расходились все по одной часовой стрелке или против часовой стрелки, они в момент переходки не стыковались. То есть не было такого, что кто-то затупил один оттуда, и соединялись они по центру под боссом, вайпали пол рейда. Не, на Офи немножко другая система. Нет, это не классика, это когда здесь же было 3-3-5, то есть классику там вообще сравнить нельзя, там вообще все по-другому было. Даже на 3-3-5, ой, на 3-0-1, да, когда там только стартанул лич, то же самое было, все равно все бегали по кругу. 25-ки, в 10-ке можно было напрямую бежать. А тут бегают напрямую, просто надо не стоять ебалом, не щелкать, увидел и убежал сразу. Вообще, ну изначально стать лучше всем перед ебалом босса нахуй. И когда он даст нахуй эту хуйню разбежаться, кто влево, кто вправо. А то я посмотрел, да, хуй, кто-то стоит вообще за минусом нахуй. Пока он добежит, так я все хуй, он там убьет кого-то. Комбат у босса, комбат-зона огромная, поэтому да, вы стоите практически, как вот метки стоят, и как стоит босс, вы стоите практически на краю, там метки задней, дальней от него. Хотя шкаф сумасшедший. Слава, ты видишь, что я тебе пишу вообще? Кресты. Серега тут? Mm-hmm. Да, СС по Шамику, блядь, а Black Dark пускай даст СС по Дракану. И третий СС, кто там, Бельта, блядь, дай нахуй, на Гонзера. Гондлир. А там... Типа на полярности СС-то он нахуй не нужен. Да не, просто если тут сдохнет нахуй, тут блядь. Тут БР нахуй полдня ждали, ебано. Да я тут. Да тут я. Ничего не. Крест не дали. Я пришел за крестом. Понял. Так я там раздавал, стоял. Я вообще посередине стоял, всем раздал. Ну, вровень идем пока что.
который раз умирает. И там типа там дохуя урона идет с той стороны. У тебя есть БР, Руслан? БР не собирал. Блять, да посмотри отчеты нахуй, ну, информация о смерти, отчеты по. Как же она вообще может смерть? Я хуй знаю, тем более еще хил, по-моему. Бери его сразу. Это, Сань, залей Инр сразу. Дозу давай, Инр. Куча всего. Я в центр, не в точку, по бокам, блядь. Близко стоим, близко стоим. House of Pain явно. Сдвигся куда? Давай, Геро. Сдвиг секунду. Надо было Лакрима бэрить. Сдвиг секунды. Смотри, где сдвиг сейчас будет. Ой, сейчас маму не надо будет. Сдвиг секунду. Читали гимн? Саня, тебя Инна... Сдвиг. ДБМ. 10 секунд там. Смотрим. Паладин, стань, пожалуйста, в кучу. Да, ты должен стоять и бафать своих друзей. Сдвиг секунду. Я уже отдавал в начале. У игрока должен быть, по-моему. Или он отдавал.
А этот Ршам, который второй бочку у него есть, нет? Плюс они. Давайте гимн, потому что сейчас пизда будет. Сдвиг. Хотел сказать в одного. Сдвиг, секунду. Когда гимн 50 секунд, а. Ну там уже берста будет. Сдвиг секунды. Ну доза какая-то будет, скажи, я поставлю больше. Сейчас гимн. Ну 30 секунд, а. 37 секунд, ну тут берста уже там будет, там уже нет смысла будет давать. Сдвиг секунды. Стой. Для долбоеба. Мы просто сделали еще один шаг в сторону бездны. Так а что там, минусы съебали в портал, да и все, плюсы тут остались. Три нота Хейгена. Бля, я забыл на то, что там дебаф висит, извините. Мне еще и Дисней бусы. Телефон не отключается, сука. Ты горишь. Секунду, сейчас гляну, что там нахуй. Хуя, ребята, грибки, блядь. Сели сразу.
Люю, может, я могу. Отхилю. Давай, короче, я по КД буду изгнание кидать. Так вообще без стаков что-то выходит. Чисто по КД это юзы. Че я, блядь, один юзаю вот эту хуйню? Пан, ты тут? Пан.
А КВН этого типа, да? Сейчас, погоди, я Владу наберу. Он с меня один. Пусть зайдет, полутает хотя бы УДМ. Сейчас. Залетай, потом? Бриза, там, квестик полутаешь. Бича. Алло, ты слышишь меня? Ну, или пойдем жився. Слушай, ну можно сходить? Я на луке там хотел. В принципе, я не могу сходить. Хочешь кончай тогда это, я пока схему выбью. Сейчас ответит. Сейчас ответит. Да, это готово. Ну, я плюс-минус готов. Дайте белым. Торнаус. Убийство лысого в подвале пустым мешком по голове. Лица обладать слабо. Как же фильм. Силиконовая долина, посмотри, кстати. Горбатая гора. Кто-нибудь скажет, что в центр нужно, ребят? Горбатую гору смотри, однозначно лучший фильм. Я уже, блядь, праведную защиту боюсь юзать, потому что он, сука, моб этого, блядь, босса забирает на себя тоже, вместе с мобами. Не-не. Я все потом... А такие же, блядь, фильмы старые. Ну, давайте уже посмотрим этот двойной удар на Сандаму. Кто-нибудь спадал. Ну, блядь. И Салли у нас таки.
Я же не бегаю. Ой, я же не бегаю. Минута на телепорт. У нас, я так понимаю, на сегодня все, правильно? Тридцать секунд. Вот не понял, на прошлом КДМ мы закрыли 4 квартала. Какого хуя мы на этом? Даже 2 не закрыли. Да людей да. Много новых. ДПС и человек поменьше. В прошлом КД. На прошлом КД мы фул закрыли, блядь. Максимум. 4 квартала. Мы 2 квартала выбивали. А, мы на второй день этого Септерона добивали Келтузада и ЕОС-ку. Про Вандаму. Да это год 90, блядь, какой-то. 91, наверное, 2. Да нет, там, по-моему, про Ринг какой-то, как обычно. Я уже сам не помню, если честно. Это фильм моего детства. У кого был Видзик, у того была кассета, блядь. Депутация. Гарри Поттера нахуй. Что, недавно посмотрел «Хоббита», это прикольно. Прикольная трилогия. Маги, поставьте порт в дал. Есть 17-й не за ГБ. Бля, на следующем КД лата начну ролить. Носит, только и с мечами это.
С мечами и кинжалами, типа. Фэшмал, хорошие эти запы. Ебать у вас роло нахуй. Да пошел джипса делать, блядь.